балаклава на голову. Исключительно удобный вариант головного убора, решающий сразу несколько задач. Балаклава защищает лицо от ветра и снега, песка и пыли, сохраняет тепло и в то же время является элементом камуфляжа, маскирующим охотника. Поэтому балаклаву носят многие. Она очень удобна туристам, охотникам, рыбакам, любителям велоспорта и страйкбола, всем ведущим активный образ жизни. А в холодную погоду балаклаву можно одеть вместо шапки, и ваше лицо будет в тепле. Изготовлена из прочного полиэстера, эта маска чрезвычайно долговечна, не рвется и не истирается. Эластичная маска с плоскими швами плотно облегает голову, закрывает шею и плечи и исключает любое неудобство. Прикрывая большую часть лица, она в то же время позволяет владельцу свободно дышать, отводит пот и практически не намокает. Особый покрой маски позволяет носить ее как в качестве самостоятельной защиты для головы, так и под шлемом, каской или шапкой. Я нашел для вас несколько вариантов балаклав, от летних до зимних. Переходите и выбирайте для себя подходящее. Мужская сумка «Кобура» имеет минималистический, удобный эргономичный дизайн. Несмотря на свои компактные размеры, обладает супервместимостью. Она проста и удобна в повседневном использовании. В сумку-органайзер поместится все, что вам потребуется в повседневной жизни. Права, ключи, паспорт, телефон, кошелек, кредитные карты, планшет и другие гаджеты. Она изготовлена из водонепроницаемого, прочного и легкого материала. Она хорошо чистится и моется. Сумка является очень удобной, легкой и вместительной. Вместе с тем в ней присутствует множество различных полезных отделений. Карманы для телефонов, планшета, ключей, блокнота и документов. Одевается сумка через плечо. Полнопалые универсальные тактические перчатки. Отличный дизайн и материалы высокого качества и долговечность. В конструкции перчаток применены пластиковые вставки из карбона на костяшках. На запястье удобная застежка велкро. Дышащий материал и вентиляционные отверстия обеспечивают комфорт в любых погодных условиях. Такие перчатки подойдут как для профессионалов, так и для любителей. Изготовлены из комбинированных материалов, обеспечивающих надежную защиту ладони, пальцев и суставов, при этом не стесняющих движения. Перчатки могут использоваться для вождения, стрельбы, рукопашного боя, в спортзале, на мотоцикле и как велоперчатки. Эта штука может пригодиться в любой момент. Это вечная спичка. Очень полезная, простая и надежная вещь, которая пользуется огромным спросом среди охотников, рыболовов и путешественников. Металлический корпус предотвратит искажение предмета и разлитие горючего из резервуара. Название «вечная спичка» появилось из-за того, что этого комплекта хватает намного дольше, чем зажигалок или обычных спичек. Она не боится воды, так как если вы попадаете под дождь или уроните огниво в воду, фитиль остается невредимым, что значит, что вам только нужно остается протереть корпус огнива, и оно продолжит работу. Принцип работы очень прост. Внутри корпуса расположен резервуар, в котором находится спичка с ваткой. В резервуаре располагается горючая жидкость. При необходимости зажечь спичку, она извлекается и чиркается металлическим скребком об огниво, а появляющийся сноп искр поджигает ватку на конце спички. Очень удобная карманная бритва, имеет сразу несколько характерных черт, которые делают ее идеальным кандидатом для дороги любой продолжительности. Она автономна, занимает минимум места в сумке и очень удобна в использовании, поскольку своим внешним видом и формой корпуса напоминает обычную зажигалку. Также эта бритва может быть использована в качестве триммера, для чего с ней в комплекте есть соответствующая насадка. Кроме этого, кожаный чехол на магните застежки добавляет изделию солидности, а его владельцу респектабельности. Нож мультитул. В рукояти этого ножа спрятана выдвижная отвертка. Даже не совсем она. Это битодержатель, угол которого можно зафиксировать на 90 или 180 градусов. Битодержатель намагничен, так что при ремонте сковородки вы не потеряете ни одного шурупа. Еще рукоять ножа в своих недрах скрывает биты, 4 штуки, 2 крестовых и 2 шлицевых. На рукоятке ножа на спинке есть углубление, оно сделано для головки битодержателя, но оно еще и служит открывалкой для бутылок. Нож невелик и легко помещается в кармане, к тому же очень легок. Расческа из прочного упругого пластика нестандартного размера. Предназначена для профессиональной стрижки и формирования бороды. Плоские края обеспечивают максимальное прилегание к коже, так что вы бреете как по линейке. Наличие такого трафарета исключает асимметрию и ошибки при обработке лица станком или опасной бритвой. Зубцы имеют уплощенную форму для легкого разделения спутанных волос. Расческа подходит как для густой русской бороды, так и для скромной эспаньолки. У меня есть такой трафарет, штука классная. Туристические часы с фонариком и компасом выручат вас не только во время ночного похода. Их потенциала вполне достаточно для того, чтобы послужить практически полноценной велосипедной фарой. Часы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора, заряжаемого через USB. Фонарь при полностью заряженном аккумуляторе способен гореть от 160 до 800 минут, в зависимости от выбранного вами режима. Материалы часов – пластик и резина.
водонепроницаемость около 500 метров, механический компас. Отличный подарок для человека, любящего велосипедные прогулки и активный отдых вдали от благ цивилизации. Точильный станок для заточки ножей, полностью выполнен из металла. Основание точилки можно прикрутить к столешнице болтами или же просто поставить на стол и придерживать его во время работы рукой. Точильный станок собирается из нескольких деталей, поэтому в разборном виде он очень компактный и удобный для транспортировки. В комплект входит сразу 4 точильных камня, каждый из которых закреплен на пластиковой подложке. Их можно достаточно быстро закрепить на направляющей и поочередно менять для достижения наилучшего результата. Угол заточки каждый пользователь может выбрать самостоятельно, благодаря чему удается качественно заточить ножи разного назначения – толстые охотничьи, туристические или наиболее тонкие – филейные. Портативная газовая горелка для газового баллона представляет из себя универсальную насадку-горелку на газовый баллон для розжига и обжига металла, резины, пластика и дерева. Горелка создает устойчивое, неподвижное воздействие ветра и дождя пламя. Особенностью данной горелки является удобство и простота использования. Высокая сила пламени, пьезоподжиг и регулировка силы пламени. Достаточно лишь нажать на кнопку и выставить рукояткой нужный напор газа, и горелка готова к работе и выполнению поставленных задач. Для любителей охоты и спорта представляю регулируемый уличный спортивный монокуляр. Данный монокуляр имеет отличные качества оптики и корпуса. Прибор защищен от запотевания оптики из-за резких перепадов температур и повышенной влажности. То есть монокуляр подходит для использования даже под проливным дождем, но погружение в воду нежелательно. Как и большинство подобных, имеют сравнительно небольшой вес, прочный корпус и отлично подойдет для туристов, путешественников, охотников, спортсменов и других людей, которые не сидят на месте. Спортивные цифровые часы. Удобные, стильные, многофункциональные и качественные электронные мужские часы, которые идеально подойдут для активных людей и любителей спорта. Спортивные водонепроницаемые часы можно носить всегда, а привлекательный дизайн данного аксессуара позволит использовать их практически с любой одеждой. Часы обладают водонепроницаемостью 10 АТМ, поэтому вы без проблем можете в них плавать. Рекомендую не нажимать кнопки под водой для соблюдения герметичности. Третий крутой товар – это надежный томагавк. Он справится с любыми поставленными на него задачами. Выполнен из стали твердостью 57 роквеллов и обладает облегченной конструкцией. На самом полотне топора есть удобная ручка для переноски инструмента. Томагавк выполнен из цельного куска стали. Рукоять оснащена вставками из удобного, прочного и износостойкого G10. Обух топора выполнен в виде кувалды. На конце рукояти есть монтировка и 3 вида накидных ключей. А еще в комплекте с топором идет кожаный чехол для удобной и безопасной транспортировки. Многофункциональный карманный инструмент. Понравится и пригодится любому мужчине, независимо от возраста и профессии. Сделан он из высокопрочных сплавов, что позволяет вам эксплуатировать его в самых экстремальных условиях и физических нагрузках. Этот мультитул всегда выручит, когда нужно что-то подчинить, а под рукой нет ящика с инструментами. Функционал этого мультитула универсален и достаточно широк, что позволяет применять его для ремонта мелкой бытовой и компьютерной техники, походного снаряжения. Включает в себя такие инструменты: прямой нож, серейтерный нож, плоская маленькая отвертка, плоскогубцы, кусачки, шило с петлей, ножницы подпружиненные, пила по дереву, открывалка для бутылок, консервный нож, переходник для битодержателя и набор из 11 сменных бит-отверток. С комплекта элементов для теплой куртки с электрическим контроллером от Powerbank'а. Многие уже знают или слышали, что есть куртки с подогревом. Вещь очень классная, практичная и в наши зимы многим очень пригодится. Но цена у таких курток не всегда низкая. Но с этим комплектом теплых элементов вы сможете сделать из любой своей куртки инновационную куртку с подогревом. Данный комплект электроэлементов подходит для установки практически для любых курток. Они водонепроницаемые, антискладные, имеют безопасность от высокой температуры. То есть выше чем нужно они не нагреваются и не повредят вашу одежду. Элементы непосредственно устанавливаются в наружных куртках, жилетах и другой одежде для ее утепления. Есть 3 режима: высокая температура 45-50 градусов, средняя температура 40-45 и низкая температура 35-40. Работает все от Powerbank'а. Подключили систему в Powerbank, поставили его в карман и пошли работать или гулять. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона. Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, каким кэшбэком вы пользуетесь и почему. Кстати, нажимайте на колокольчик, так как скоро, буквально на днях, в прямом эфире я буду разыгрывать призы из предыдущих видео, а там были подарки и на $30, и на $25, и еще много чего интересного. Так что я буду ждать вас у себя на стриме. Спасибо за просмотр этого ролика, надеюсь, товары вам понравились и пригодятся.